даже писать дневник не о чем. Обычно получается, что пишешь только о плохом. А если все здорово, то и писать не хочется. Пишу в силу привычки, для информации. Ведь в жизни я этого никогда и никому не расскажу. Ни родителям, ни даже моей Ленке. Иногда хочу, но боюсь даже рот открыть. Чего? Сама не знаю чего. Себя, наверное. Глупо? Возможно. Но как рассказать, что на работе я не появлялась уже 4 месяца? Что я сломала себе ребро? Может, еще в подробностях описать, как это было? Они не поймут, почему я еще с ним. Скорее бы прошел день, а потом эта ночь. Я реально стала бояться ночей. Но больше всего я хочу, чтобы это закончилось. Это возможно? Сегодня год с того дня, как все закончилось. Теперь я могу гулять целыми днями. Могу смотреть на море. Могу слушать ветер, волны. Могу трогать песок. Но только вы меня не можете видеть. Потому что меня больше нет.